Уважаемые коллеги, выступая сегодня здесь, хотелось бы проинформировать вас и о новых реалиях, возникших на Южном Кавказе в результате освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации. Сегодня, постконфликтный период в регионе, появились новые перспективы для мира и сотрудничества. Я хочу напомнить о трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, подписанного лидерами трех стран – Азербайджана, России и Армении. И хочу подчеркнуть, что Азербайджан, как сторонник мира, привержен к выполнению всех пунктов этого заявления. Мы ожидаем и от Армении выполнения взятых на себя обязательств в рамках упомянутого заявления. Необходимо, чтобы Армения проявила конструктивный подход и пошла бы на нормализацию отношений на взаимной основе признания суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ, а также восстановление всех экономических, транспортных связей в регионе. Это единственный способ достижения реального мира и стабильности в регионе. И еще, принимая во внимание участие спикера парламента Армении господина Симоняна на сегодняшнем заседании, хотелось бы напомнить, что мы все еще ждем ответа от Армении о судьбе около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Уважаемые коллеги, я глубоко верю, что наша ассамблея и впредь будет площадкой для межпарламентского сотрудничества, основанного на принципах взаимного уважения и поддержки. Еще раз хочу поздравить всех с 30-летием нашей ассамблеи.